Азил подает. Опасно. Но нужен удар. О-хо-хо-хо-хо! Вот это нестандартно. Вот то, чего не хватало. Нестандартное решение. А кто же придумал? Криштиану. Неожиданное решение и совсем не сильный, но очень точный, зато удар оказались именно тем, чего не хватало Реалу все это время. Ну, не все это время. Я погорячился, пожалуй, потому что нельзя сказать, что Реалу не хватало удара пяткой. Но это оказалось решающим. Вот, по сути, первая такая настоящая фантазия. Полет фантазии в атаке.